Всем привет! Играем Мифарс без доната. Так, сегодня 17 число, давайте быстренько пробежимся, что у нас на этой неделе будет. Во-первых, стартовал Титан мифический и призыв с выбором фиолетовых героев. Ну, там будут интересные герои фиолетовые. Не все, конечно, фиолетовые, но будет из кого выбрать. И если кто-то призывает, то я, может, сделаю обзорчик небольшой, как там получится. Итак, мифический титан. Это интересно, у меня сейчас будет что сказать, поэтому я сейчас пропущу. Скажу только то, что в середине недели нас ожидают еще два события. Это Вавилонская башня и пир Одина. Итак, на Вавилонской башне я буду призывать отряды. Отряды, я там монеток хорошо так скопил. А на пире Одина я буду доставать героев из, ну, из этой. В общем, то, что у меня наварилось в двух. Как же их? А, вот, в двух лагерях. Что-то с памятью. Вот. То, что я, то я буду призывать в конце недели. Вот, в принципе. Также продолжается сезонный квест. Золотой век. И на переводе я, наверное, скину последние свои монетки, которые остались. Ну, пока призвал там 8 раз. И ничего отдельного не упало. ГМчика не упала. Что еще хочу сказать, ребята. Некоторые из вас знают. Альянс Зонтик, к сожалению, не пережил новогодних праздников. Конечно, с многими ребятами я там сдружился. Вот, так что, если кто-то еще смотрит, Игорь, Андрончик, Инна, Дима, в общем, и кого еще не назвал, в общем, всем из этого альянса передаю привет, желаю всем и в игре, и по жизни удачи, и здоровья, ну и всего лучшего. Вот, и после того, как развалился этот альянс, я перешел в другой альянс, один из топовых альянсов. Сейчас кое-что покажу. Ну вот, как у меня зашла речь в начале о мифическом Титане и, соответственно, с новым моим альянсом, вы можете видеть, что это альянс нон-стоп. Да, я считаю, и не зря, смотрите, альянс занимает третье место в рейтинге альянсов. Один из лучших альянсов, на мой взгляд. Ну и я попросился. Конечно, немного не соответствую по уровню, но все-таки ребята там отличные. Там еще есть места. Ну, не сейчас, кстати, на мифическом Титане там зашли ребята, так получить награды за топчики. Вот, но в топ-10 уверенно. Будем держаться, я думаю, без всяких проблем. Регулярно альянс по мифическому Титану попадает в топ-3. Так что, если после мифического кому-то понравится, ну, не знаю, там, отбор свой, свои заместители, и один из этих заместителей, прекрасная девушка Мия, которой я тоже передаю привет, у нее есть свой канал. Она там выкладывает небольшой, но рекомендую, может быть, я оставлю в описании ссылку на этот канал. Вот, выкладывает свои призывчики, у нее там их полно. Но сейчас она, у нее какие-то технические небольшие трудности. Я думаю, она их преодолеет и продолжит нас радовать своими призывами. Вот. Ну а так, ребята хорошие, конечно, занимают топчики. На войне смотреть их вообще интересно. Ну вот как раз прошедшая война. Тут был такой немецкий альянс у них в соперниках, Toxic Squad. Да. И я хотел показать, не знаю, будет ли это интересно или нет еще, таких топовых, топовых игроков у соперников. Ну вот интересный, да, сборка интересная тут. Два таких, ну, пассивных, да, героя. Плюс еще два хиллера. И урончики такие. Ну и другие тут есть герои. Ладно, я не знаю, я отдельно вообще хотел сделать рубрику. Может, будет интересно, может, нет. Так чисто посмотреть на тех героев, которых у меня никогда не будет. Да и
некоторых из вас, но сборки и сама логика может быть интересная. Вот. Конечно, на войне эти ребята просто отжигают у них тапки в огне, да, или как это? Это другой лес, да? Вот, ну, в общем, очень интересно и познавательно в какой-то степени. Но, опять же, не дотягиваю немного по своим героям. Жду, когда мне выпадет какой-нибудь из нормальных центров, но пока... Пока это только мечты. В общем, этим ребятам тоже передаю привет, кто посмотрит. Вот. И на чем хочу закончить? Да. Закончить как раз хочу на том, что у меня сейчас стало немного меньше времени для игры, для видосов. Ну, тут, конечно же, я активность свою продолжаю, но все-таки какое-то время, несколько месяцев, полтора-два, будет вообще тяжело регулярно выкладывать. Но я постараюсь такие небольшие видосы делать. Вот. Поэтому такие вот у меня небольшие или очень большие знаковые изменения в игровом моем самоопределении, скажем так. Вот. Ну, еще раз всем привет. Все, кто меня поддерживает, спасибо за поддержку. Вот и подписывайтесь. Так, всем удачи. Пока.